Раз. Друзья, приветствую вас. Просьба всем тем, кто еще сюда не зашел, пожалуйста, проходите. Мы будем начинать. Как мы и говорили, друзья, сегодня будет у нас особенное общение. Оно будет специфическим, целенаправленным на тему, очень важную тему. Возможно, мы не любим говорить о таких темах. Даже, может, делаем вид, что вообще таких проблем нету. А если есть, то где-то там далеко. Но если быть искренними, проблема, о которой мы будем говорить, а именно о зависимостях, она рядом, она близко. К сожалению, ее очень много. В какую бы ты сторону ни посмотрел, она есть. Вот об этом мы сегодня будем говорить. У нас есть специальный гость. Можно сказать, уверенно, эксперт в этом направлении, который много лет посвятил этому служению. Я потом приглашу, представлю, но начнем мы с того, чтобы прославить нашего Господа. Поэтому давайте мы встанем, я помолюсь, и потом будем прославлять нашего Бога. Господь мой, я благодарю Тебя за то, что Ты подарил нам этот вечер, для того, чтобы мы собрались все вместе, чтобы предстать пред лицо Твое, чтобы порассуждать о проблемах, которые вокруг нас. Господи, мы просим, чтобы Ты был среди нас, говорил к нашим сердцам, чтобы Ты использовал Сергея Мативасяна в том, чтобы донести нужную информацию для всех тех, кто сейчас пришел, возможно, кто смотрит нас через интернет. Я прошу, Господи, благослови, чтобы эта информация была полезной для многих людей, чтобы те люди, которые ищут выход из тяжелых обстоятельств в жизни, в которые они попали, они могли сегодня услышать добрую весть о том, что Ты силен освободить. Прошу, Господи, чтобы Ты благословил наш разговор, благослови также и пение, которое сейчас будем мы возносить во славу имени Твоего, также ванну, которая будет. Пусть, Господи, все это будет во славу имени Твоему. Аминь. Hallelujah, and I know it's all mine.
Praise the Lord.
Слава Богу! Добрый вечер, церковь. Сейчас я попрошу, чтобы дети вышли наперед. Мы помолимся на аванны. Окей, кто хочет помолиться? Dear God, thank you for this day, and thank you that we can come to place of grace. Thank you that we can come to worship you and praise you. Bless us when we go upstairs so no one gets hurt, and bless Ukraine so they stop fighting. Amen. Dear Lord, thank you for this day, and thank you that we could come to Awana, and thank you that we could worship your name, and please bless all the people here. Amen. Дорогий Ісусе, дякую тобі за те, що ти дав нам можливість сьогодні прийти на собрання, за те, що ти зберіг нас всіх в дорозі, за те, що ми хорошо доїхали. Дякую тобі за твою любов до нас, за те, що ти завжди з нами і зберіг нас до цього часу. Також, будь ласка, прости, де ми були неправильні. Поможи, міняй нас і зупини війну в Україні і в Ізраїлі, щоб там все було мирно, спокійно, щоб там все зупинилося, щоб там люди молилися до тебе. Щоб там ніхто не вмирав, і щоб ми ж завжди шукали тебе і були з тобою, замість того, щоб просто дарно тратити час. Будь ласка, Ісус, поможи нам завжди бути з тобою. Амінь.
Благодарю Тебя, Господь, за то, что Ты в этот час помог нам здесь собраться, Господи, в это собрание. Благодарю Тебя за каждого ребенка, который молится. Ты, прошу, Господи, услышь каждую молитву, отвечай на их молитвы, Господи. И прошу Тебя, Господи, чтобы Ты благословил это служение, благословил Авану, детей, чтобы они открыли свои, Господи, сердца и уши, Господи, чтобы слышали Слово Твое и принимали для наседания себе, Господи. Благодарю Тебя за все. Аминь. Знаете, друзья, я думаю, что есть большая разница в разных служениях. Одни более яркие, другие более незаметные. Одни более легкие, другие более тяжелые. Некоторые популярные, а другие обходят стороной служения. То служение, которое несет Сергей Матевосян, это, наверное, одно из самых тяжелых служений, которые вообще существуют, которые совершают верующие люди. Очень тяжелое служение. И оно практически незаметное. Это не происходит на сцене. Ничего на тебя не светит, никакой озвучки. Очень часто это, знаете, в не самых приглядных помещениях происходит. Как сказал мне один человек, который занимался этим служением раньше, он сказал: очень неблагодарное служение. Поэтому я с большим уважением отношусь к таким людям, как Сергей, и хочу вас пригласить сюда. Проходите, пожалуйста. Да, я думаю, это справедливо. Мы воздаем славу Господу, а благодарность людям за то, что они делают вот такие важные вещи. Я думаю, по ходу нашего общения мы будем все ближе и ближе знакомиться с вами. Но хочу начать просто с того, чтобы вы сами себя представили, как вас зовут, ваша семья, где вы живете. Ну, а потом пойдем дальше. Перед тем, как вы начнете, хочу сказать, что, друзья, у вас будет тоже возможность задать вопросы. Вы уже можете, так сказать, мысленно уже их прокручивать у себя в голове. Потом, немножко позже, я попрошу, чтобы раздали листочки и ручки для тех, кто захочет написать свой вопрос, так, чтобы никто не видел и не слышал. Просто нам передадут эти ваши вопросы, которые вы запишете, и Сергей будет на них отвечать. Ну, мы сделаем это немножко попозже. Окей, вам слово. Проверьте, пожалуйста. А тут включено? Давайте. Добрый вечер всем. Я очень благодарен всем вам, всей церкви, вашему пастору, что нас пригласили как служение, не меня, а все наше служение в моем лице. Меня зовут Сергей Матевосян, у меня трое своих детей, много не своих, очень много. Я имею в виду духовных. Наше служение началось 30 лет назад, почти уже 30 лет, служение реабилитации наркозависимых. До этого я 5 лет был руководителем тюремного служения в Санкт-Петербурге. Но пока все, если коротко. Вы очень коротко. Ну, скромный человек, видно. Хорошо, скажите, пожалуйста, почему вы решили заняться вот таким непопулярным, очень тяжелым и неблагодарным служением? Ну, я ничего не решал. Если по мне, так я бы с удовольствием просто после того, как я уверовал в 90-м году, я с удовольствием находился в церкви, я покаялся на Поклонной горе Баптистская церковь в Санкт-Петербурге, известная церковь, и я бы с удовольствием был бы там и вообще бы никуда не шел бы, если бы только Господь меня, так скажем, немножко вот так вот пинком не выпнул из зоны комфорта,
Было очень приятно находиться в церкви среди братьев и сестер и так далее, и так далее. Но в тюрьмах сидели люди, наркоманы гнили в подвалах, и мы об этом не знали. Кстати, я хочу прочитать слово, которое, может быть, ляжет в основу сегодняшнего разговора. Это очень важно. И я всегда использую эту возможность для того, чтобы это слово читать. Это притчи, 24 глава, 11 стих. Писание говорит: «Спасай взятых на смерть, и неужели откажешься от обреченных на убиение?» Писание говорит нам, что в этом мире людей существует категория людей, обреченных на убиение, взятых на смерть и обреченных на убиение. Взятые на смерть – это те, у которых выхода нет, они будут убиты. Обреченные на убиение – у них шанса нет спастись, они будут убиты также. Вот есть такая категория, которой спастись практически невозможно. К сожалению, мы живем в таком мире, и это реальность. И дальше Писание говорит, скажешь, вот мы не знали этого. Вот многие придут, вот как Павел вначале говорил, вот мы закрываем глаза, как будто этого нет, может быть, мы просто не хотим слышать о плохих вещах в своей жизни, но они существуют, нам никуда не деться. Мы не должны, как страусы, прятать голову под ковер, то есть в песок, извиняюсь, заметать мусор под ковер, потому что у страуса с маленькой его головкой, с маленькими мозгами, он думает, что если он засунул голову в песок, то вот это все остальное никто не видит. Но вот это все вот видят все остальные, только ему кажется, что никто не видит. Есть люди, которые заметают мусор под ковер. Вот ленивые люди. Сгниет и ковер, и пол, и все сгниет. Мусор нужно выметать из дома. Поэтому мы не можем сказать перед Господом, что мы не знали этого. И дальше написано, а испытующий сердца разве не знает об этом? Наблюдающий за душою твоею знает это и воздаст человеку по делам его. Это место Писания однажды сказало мне, что я не смогу оправдаться какими-то экскьюзами, которые я сам себе придумаю. Господи, я не знал этого, я не видел этого, я не видел того, я не видел той нужды. Он знает, значит, знаю я. Если он сказал, иди и спасай взятых на смерть, я должен это пойти и сделать. Поэтому это не я решил начать это служение. И первое, и второе, это была команда с неба. Это была сильная команда с неба. И мне пришлось покинуть зону моего христианского комфорта, человеческого комфорта, для того, чтобы вступить в эту зону высокого напряжения. Тюрьма – это зона высокого напряжения. Там сидят тысячи преступников, жестких преступников, конченых людей, как их называют. Люди, на которых клейма негде поставить. И мы пришли туда и начали проповедовать, и потрясающие чудеса начали происходить, сверхъестественная сила Божия, которая проявлялась каждый раз, когда мы вступали за порог тюрьмы, до тех пор, пока мы оттуда не выходили. Десятки, сотни, тысячи людей каялись в тюрьме. Там были такие баталии, это, если я когда-нибудь постараюсь описать это, но пока времени еще нету. Но это была настолько сверхъестественная интервенция Бога в эту тьму, которая царила в этой тюрьме. Там даже воздух воняет. Там даже нет свежего воздуха. Что уж там говорить о духовной атмосфере. И вот так вот началось все. Потом, когда уже тюремное служение набрало свои обороты, мы работали в 5 тюрьмах Санкт-Петербурга. У нас было 16 уже человек, сначала пошли нас трое, потом стало 16 человек, и мы одновременно работали в 5 тюрьмах. Каждое утро мы заходили туда в 9 часов и выходили в 7 вечера, потому что нас выгоняли оттуда, потому что мы не могли остаться. Если можно было бы остаться, мы бы там остались бы. И так было практически 5 лет. После этого мы получили, просто когда мы молились однажды с тюремным служением, мы получили откровение, это было пророческое слово, это было настолько мощное слово, что всегда, когда Господь начинает обращаться к нам, вот эти мозги отказываются понимать. Господь говорил о сатанинских глубинах, Он сказал, что «мое сердце так скорбит, что мои дети всю свою жизнь», Он говорил про нас, мы его дети, «ходят по поверхности».
и никогда не заглядывают в сатанинские глубины, где дьявол сильными узами связал людей, за которых я умер. Он сказал: «Я ищу людей, которые согласятся сойти в эти глубины, и я дам им силу воскресения Христа для того, чтобы разбить эти дьявольские оковы и привести этих людей в свет Божий». И последнее, что он сказал, Господь, он сказал: «Это не будет легко, это будет тяжело, иногда даже страшно, но я буду с вами». Точка. И мы ничего не поняли. Мы уже работаем в тюрьмах 5 лет. Все преступники собраны в одном месте, мы им проповедуем, и там удивительные вещи происходят. Что еще может быть глубже? Мы, не понимая ничего, молились: «Господи, мы не знаем ничего, веди нас туда, куда ты хочешь». Через некоторое время мы просто провалились, ну, образно выражаясь, провалились в этот мир питерской наркомании, наркопреступности, наркобизнеса, смерти. Это конвейер смерти, это машина смерти, поверьте мне. Она действует здесь тоже, в этой стране, по всему миру также действует. И с тех пор наша жизнь изменилась радикально. Насколько я знаю, вы никогда не были зависимым человеком. И это парадоксально. Потому что в большинстве случаев занимаются такими людьми бывшие наркозависимые или алкозависимые. А вы же никогда ни тем, ни другим не были зависимы. Как вы можете помогать людям, чей опыт вы не прочувствовали на своей шкуре, так сказать? Очень хороший вопрос, спасибо за этот вопрос. И существует заблуждение, что действующим должны помогать бывшие. Неправда. Абсолютно с этим не согласен. Я никогда в жизни не употреблял, я не был зависим от химических веществ и так далее, занимался спортом и всякой другой ерундой, но только не вот этой вот. Помогать людям должны те, у кого есть сердце для этих людей, независимо от их прошлого опыта. Тогда можно сказать, что ученым должны проповедовать только ученые, там, черным черные должны проповедовать, белым белые, желтым желтые и так далее. В этом есть заблуждение. Бог смешивает вот это все. Он смеется над нашими человеческими представлениями обо всем. Расскажи Богу о своих планах, он посмеется, как говорится. А у вас не было таких ситуаций, что вы пытаетесь говорить с человеком о его зависимости и пытаетесь ему помочь, а он говорит: «Да ты вообще не понимаешь, о чем ты говоришь. Ты чтоб знал, что я прохожу, ты чтоб чувствовал то, что я чувствую, да ты бы вообще не начинал бы разговор». Когда я разговариваю с ними, они говорят: «Откуда ты все про нас знаешь?» Они говорят: «Мы не верим, что ты не употреблял». Они не верят, что я не употреблял. Мне приходится доказывать, что я никогда не употреблял. Я показываю свои вены, у меня нет шрамов там, всяких этих, так, они не верят. Они говорят: «Ты знаешь все про нас лучше, чем мы знаем». И это не моя человеческая заслуга. Это мы называем это Божьим помазанием. Что такое Божье помазание? Это сверхъестественная способность, данная Богом, совершать какое-либо служение. Это не от человека исходит. Это есть вещи, которые происходят автоматически, и ты понимаешь, что это не твое вообще. Я знаю себя хорошо. Причем не с самой лучшей стороны. Я знаю мою ветхую природу, я знаю мои привычки, мои, как говорится, уровень моего интеллекта и так далее. Но есть вещи, которые вне этого происходят во время служения. Сергей, такой вопрос. Он у меня появился не так давно. Вот бывает, приезжают ваши соработники, да, с реабилитационного центра. И не только они. Я просто это слышу все чаще и чаще, что нам говорят, что большинство наших клиентов, так сказать, реабилитантов, да, это дети верующих родителей. У меня вопрос, как так получилось? Неужели вот детей из верующих семей больше наркоманов, чем из простых мирских людей? Как это получается, что сейчас в ваших реабилитационных центрах много людей из христианских семей? Расскажите, как это? Я начну с того, что в любой церкви, вот когда вот выходят дети, да, и молятся за детей, вот как сейчас молились, я молюсь другой молитвой, я говорю: «Господи, чтобы никто из этих ребят, детей, не попал к нам. Никогда в жизни».
И, к сожалению, сейчас начнется тяжелая часть разговора. Можете приготовить камни, можете кидать в меня все, что хотите. Но на самом деле 98% тех, которые у нас были за все эти, с 2007 года у нас служение уже здесь, с 1994 в Санкт-Петербурге, мы начинали там, и в 2007 году мы начали служение центра в штате Миссури, и в 2016 году здесь, в Неваде. У нас все эти годы 98% это дети верующих родителей. Обвиняем мы ли в этом родителей? Нет, никогда. И наши ребятки часто обвиняют вас, своих родителей, верующие. Дети верующих родителей обвиняют своих родителей. Вот мы видели, как наш папа, как наша мама делают неправильные вещи, они лицемерят, они вот такие, вот они религиозные, они в церкви одни, потом они другие и так далее, и так далее. Мы знаете, к чему весь этот разговор? Все говорят один и тот же текст. Мы в конце концов подводим их к тому, что ни мама, ни папа, которые вас родили, которые о вас молились, которые желали самого лучшего в вашей жизни. Нету совершенных родителей вообще на этой земле. Ни один родитель не является совершенным. Я несовершенный родитель, мои дети будут такие же несовершенные родители у своих детей. И все продолжается из поколения в поколение. Но тот выбор, который вы сделали, использовав, взяв как excuse какие-то ошибки ваших родителей, и начав делать еще хуже, я говорю, если вы видели, что ваши родители делают что-то не так, ты делай по-другому, если ты осуждаешь это, ты будь лучше тогда. Но ты взял какие-то несовершенства твоих родителей, взял это на флаг, придумал себе экскьюз и начал делать еще хуже. Где логика? Где справедливость вообще? И в конце концов, вот эти все пальцы, которые вот они тычут на вас, да, мы поворачиваем на них, начиная с самого себя. Это было твое решение, как свободного человека, начать употреблять или не начать, или начинать это делать никогда. Это ты сделал, это твои родители тебе не вливали виски в рот, тебе родители не предлагали наркотики, шприц давали и так далее. Они были против этого всего, при всем своем несовершенстве. Они были против этого. Но ты решил это делать еще хуже в 1000 раз, и при этом всем обвиняешь своих родителей, которые не являются зависимыми, которые являются простыми людьми, со своими сильными сторонами, со своими слабыми сторонами и так далее. Поэтому, и дальше я продолжу. Значит, эта категория реабилитантов является самой тяжелой. Знаете почему? Потому что они цитируют Слово Божие, ничего в нем не понимая, да, они вот с детства научились в церкви, там мама с папой молились, там христианские гимны они пели, там и так далее, на воскресные собрания ходили и так далее. То есть они где-то что-то там слышали. Но все, что они говорят, это настолько безумно, абсолютно безумно, потому что в их извращенном мозгу Слово Божие извращается точно так же, как и все остальное. И они так интерпретируют Слово Божие, что диву даешься иногда. Вы такого не слышали. Если я вот сейчас вот вспомню, просто начну говорить, вы и смеяться, и плакать будете, как они интерпретируют Слово Божие. Я им всегда привожу один такой пример. Ну вот у одного капитана там, в средневековой Англии, у верующего капитана был попугай, который знал 300 христианских слов. То есть он говорил «Аллилуйя, слава Богу, Бог тебя любит» и так далее. То есть 300, я сейчас даже столько не смогу вам сказать, это время займет. Так я говорю, но при этом всем, капитан был счастлив от такого попугая, но попугай оставался попугаем. Эти 300 христианских слов, которые он просто говорил автоматически, не меняли его сущности, он оставался попугаем. Я говорю, вот вы такие же попугаи, пустые абсолютно, я их называю религиозные мутанты. Почему? Потому что, цитируя Слово Божие, якобы, они делают с точностью до наоборот. Недавно мне одна наша девушка из 35-е поколения христианских служителей, значит, выдала такую вещь, которую вообще у меня волосы зашевелились, все, что есть. Она говорит, вот про Сидрака, Месака и Авденаго, это же притча, это же так не было же. Но Бог же не может этого сделать. Я ей говорю, если ты не веришь
в то, что произошло с Сидраком, Мисаком и Авдинаго, ты не веришь вообще ни в одно слово в Библии. И это там папа пастор, там дедушка пресвитер, там и так далее, это за веру, там и все, история. А она, клейма негде ставить. Слава Богу, что сейчас в процессе, в этом чудесном процессе, в этом глубоком процессе, в этом тяжелом процессе, 24/7 процессе она изменяется. Но приходится сначала разрушить вот это все неправильное, построенное, чтобы потом насадить снова семена, вот эти зерны, начатков учения Христова, чтобы они взросли снова. То есть это поле, которое вот с такими вот этими, как они называются, weeds, сорняки, тернии, вот это все, это надо сначала изжигать их, пахать, уничтожать и так далее, потом, чтобы посадить благородное семя. И усилия переделывать и строить заново 1:50, представьте себе. Поэтому я вам честно признаюсь, я соскучился по нормальным неверующим наркоманам из подвалов, из туннелей этих лас-вегасских и так далее. Мы сейчас активно уже начали просто искать неверующих. Ну, знаете, даже среди американцев сложно найти неверующих. Они тоже все ДВРовцы. И мексы, и черные, все. Вот в Лас-Вегасе на улицах, когда начинаем искать этих потерянных овец, оказывается, они все из христианских семей. Это катастрофа. Это катастрофа, потому что эти дети верующих родителей, о которых родители молились, на них есть Божий план, на них есть Божие призвание. Они должны были стоять в наших рядах здесь и воевать на стороне света, на стороне Бога, против тьмы. А они там, на той стороне, и мы переделываем то, что должно было быть уже построенным. Так скажем, мы спасаемся. Еще знаете, что у них в голове, откуда я не знаю, подумайте сами, но у них в голове, у большинства, они схватили вот эту ересь, спасен раз, однажды спасен навсегда. Все, что я не делаю, Бог все равно меня спас. Все, это запечатано и так далее. Мы говорим, это ересь. Это просто дьявольская ложь. Они говорят, но мы это начали делать, успокаивая себя, что мы однажды спасены. Или еще одна версия. О, за меня мама молится, у меня все будет нормально. У меня, за меня там церковь моя молится, за меня там деды молились, там прадеды молились, и они верят в какое-то колдовство, а не в христианство. Они думают, что вот это вот какие-то молитвы, магические, они будут удерживать их от того, чтобы они однажды не переступили вот эту черту невозврата, после которой вернуться невозможно. И вот это все нам приходится день и ночь. Мы проводим с ними полное время. Мы не приходим, мы не приезжаем к ним в 9 утра и уходим в 5 часов вечера, уезжаем в свои семьи, оставляем их там, чтобы они там устроили Содому и Гоморру, вертеп разбойников, а потом мы приходим по часам типа работать. Но это служение без жертвы не бывает. Все наши семьи, наши дети живут вместе с нами, служат вместе с нами. Наши все дети выросли уже много поколений детей, которых вообще не должно было быть. Их родители прошли реабилитацию, остались служить, поженились, дети родились в центре. Сейчас эти дети уже выросли, им уже по 30 лет почти, 30 с лишним. Мои дети родились в служении, моему сыну 33 года уже. Моей дочке старшей 30 лет, может быть 31. Тоже родились в служении. Они выросли в служении, все это видели. Они видели, как мы детей, как мы их вытаскивали на одеялах из подвалов, трупы, вот эти вот скелеты. Вот вы видели вот это вот про концлагеря, там вот эти Бухенвальд, там Освенцим, там и так далее, все эти фильмы. Вот, или видео посмотрите, просто «Новая жизнь», подвал Идыбенко наберите, и вы все увидите. Этих скелетов вытаскивали на одеялах, они ходить не могли. И наши дети видели, как их родители делают, что они делают. Они выросли на этом. Скажите, пожалуйста, из вашего опыта, какие люди более предрасположены к алко- и наркозависимости? Это больше парни, девушки, молодежь, взрослые люди? Какая категория людей? Кто больше падок на вот эти вот моменты?
больше всего расположены к любым зависимостям гордые и глупые люди. Не имеет значения. Мужчины, женщины и так далее. Почему гордые и глупые? Потому что первое, на что давят те, кто распространяют апостолы сатаны, апостолы наркобизнеса, они распространяют слух, на что ловятся в основном молодые люди? На слабо. Но ты же можешь. Но ты же не такой, как вот эти. Вот. Ты же особенный. Ты же... С тобой никогда этого не произойдет. То, что вот с этими произошло, которые вон на улицах, в палатках, здесь вот вокруг вот церкви, вот по этой улице вот сейчас проезжал, и там остатки их жилья, ну и в других местах. Но ты же не сможешь. И тогда у человека вот это вот старый змей, вот этот древний змей. Но ты же можешь. Кто сказал, что ты не сможешь? Ты особенный. И вот этот вот момент гордыни такой и глупости при этом всем. Потому что каждый человек, вот спроси вас, наркотики это добро или зло? Вы все поднимете руки, что это зло. Все. Все люди знают. Мы в любых аудиториях, мы были в молодежных аудиториях, где было по 1000 человек в зале сидели, неверующей молодежи. Мы делали такие антинаркотические встречи. И мы спрашивали, кто знает, что наркотики это зло? Все поднимали руки. Почему при этом количество наркозависимых увеличивается с каждым годом? Все знают, но количество увеличивается. Нонсенс. Как это, где логика, опять же? А логика в том, что, знание о том, что зло является злом, не является гарантией, что зло не придет в твою жизнь. Не является. Что является гарантией, чтобы зло не пришло в твою жизнь? Когда у тебя будет активная, личная позиция против этого зла. А просто знание, что зло есть зло, оно не работает. И поэтому вот на вот этот крючок ловится большинство молодых людей. У нас был один парень много лет назад, в Миссури еще. Молодой парень приехал, очень закрытый, такой таинственный какой-то. Много информации мы о нем не знали, он прошел реабилитацию. И в конце он меня позвал, говорит, перед тем, как уезжать, он позвал меня и сказал, говорит, я хочу все-таки открыться, кто я такой. Я говорю, да? А я думал, что мы знаем, кто ты такой. Он говорит, нет, вы ничего не знаете. Он говорит, я сейчас это рассказываю, я растворяюсь, и меня никто нигде, никогда не увидит. Окей, рассказывай. Я был молодежным служителем в одной из церквей Сакраменто. У меня была мечта купить спортивную машину, дорогую корвет там, или еще что-нибудь. И говорит, я никак не мог это сделать. Говорит, потом ко мне пришли и сказали, вот есть таблетки, продавай эти таблетки, ты скоро купишь себе эту машину, твоя мечта исполнится. Он говорит, я поколебался, но мечта о машине пересилила. Я начал эти таблетки продавать. Сначала продавал молодежи в моей церкви. Я подсадил всю молодежь практически в моей церкви на эти таблетки. Потом я их предложил им идею в других церквях, в других молодежных служениях продавать эти же таблетки. Он через полгода или через год купил себе этот корвет, но когда еще через какое-то время его двое друзей, которых он подсадил, мальчик и девочка, умерли от передозировки в его церкви, он был в шоке, у него, говорит, у меня, говорит, как будто молния в меня ударила. Это я, это их кровь на моих руках. Их родственники знали, что он был лидером, организатором, в общем, и он просто убежал отсюда. Убежал отсюда, прошел реабилитацию и сказал, я растворяюсь, я никогда не вернусь в Сакраменто, я уеду куда-нибудь, я лягу на дно там, и так далее, потому что у меня будут последствия. Вот вам одна история из Сакрамента, которая происходила много лет назад. Другие истории я вам расскажу, десятки случаев из уст ребят, они информаторы наши, они которые рассказывают нам все истории, как в церковных туалетах продавали наркотики, как девчонки продавали себя, как сестры во Христе, дети верующих родителей продавали себя за дозу.
как на церковных парковках продавались наркотики. В некоторых церквях даже гардс были, даже люди дежурили, чтобы гонять их. Во время собрания несколько раз заходили в туалеты, чтобы пресекать такие вещи. Еще раз говорю, это не вина родителей, это не вина церкви, руководства церкви или еще что-нибудь. Потому что никто не хочет, чтобы это было ни в семье, ни в церкви. Но это эпидемия, которая проникла и сюда. Когда ковид был, в некоторых церквях говорили, мы обнимались, целовались, Господь силен, и все поумирали потом. Я знаю одну такую церковь, которая потеряла очень много членов церкви, потому что вот, ну просто вот брали и делали вот такие вот вещи. И, к сожалению, ну это вот была эпидемия такая, но она прошла, окей. Но эта эпидемия не пройдет. Она больше и больше захватывает, потому что в прицеле, в этом прицеле, наркоприцеле, каждый из наших детей, каждый из этих вот маленьких детей, они все под прицелом. Подростки, которые сидят, вот эта группа «Прекрасное прославление», все под прицелом, все абсолютно. Нет ни одного человека, которого бы наркомафия говоря наркомафия, я говорю вообще о наркотическом мире, об этой демонической системе уничтожения людей, чтобы она не имела никого на прицеле. У нас был один парень, сын очень богатого человека там, в Санкт-Петербурге. Значит, его пасли год. Изучали, где он учился в каком-то там университете или еще где-то. Значит, папа очень богатый. Его пасли. Через год на одной из дискотек, куда он ходил, к нему подошла красивая девушка. Они познакомились, потанцевали, переспали. Он к ней привык. И через пару недель она демонстративно делает себе укол. И он в шоке. «Ты что делаешь?» Она говорит, «Попробуй, у тебя будет все хорошо». Он, значит, посопротивлялся немножко, но его привязанность к этой молодой девушке красивой пересилила. Он попробовал. Через полгода он был зависимым. Через год он разрушил дом отца. Он украл все, что можно. Он украл деньги с карточек, все, что было спрятано отцом, было все. И потом его отец притащил его к нам, прикованными наручниками к самому себе. На собеседование привел, прицепил его. Папа здоровый этот, парень тоже здоровый. И папа его притащил, вот эту всю историю рассказал. Он говорит, я его держал 9 месяцев, приколотил посередине комнаты цепь, посадил его на цепь, мы кормили его из миски, горшок давали, говорит, он как собака сидел, сначала он бесился, рвался там туда-сюда, потом, говорит, просто притих и стал как такой, как растение. Он говорит, 9 месяцев прошло, я подумал, ну все закончено, все нормально, можно отпускать. Отпустил 9 месяцев, прикованный к полу. Все, что первое, что сын сделал, пошел, нашел и укололся. Папа его прицепил к себе наручниками, притащил к нам и говорит, можете что-то сделать? Я парню говорю, ты хочешь что-нибудь изменить в своей жизни или нет? Он я говорю, мы ничего не можем сделать. И он так и ушел. Но отец был разорен. Так вот, представьте себе, его пасли целый год. И он потом эта девчонка ему сказала все. И так далее. То есть он эту информацию узнал. Так вот, то же самое. Поверьте, церковные стены и крыша церковная не спасет и не гарантирует безопасности нашим детям. Если у наших детей не будет сформирована агрессивная позиция против этого зла. Поэтому мы должны с нашими детьми не прятать. Или были церкви, куда мы приходили, и нам говорили, не-не-не-не, никаких разговоров о наркотиках, нет-не-не. Вот если от ребенка конфеты спрячешь, он их и не найдет. Я им говорю, я всегда находил конфеты, которые моя мама прятала от меня. Всегда. Скажите, пожалуйста, кстати, Давид, подойди, пожалуйста, сюда и раздай бумажки и ручки. И, как я обещал, мы раздадим вам эти вещи, если кто-то захочет написать свои личные вопросы, пожалуйста, можете это сделать. И потом мы соберем их. Я чувствую, что мы не вложимся в наше регулярное время, но вы у нас
не так часто, поэтому мы немножко сегодня задержимся. Скажите, пожалуйста, насколько это правда, что одного раза достаточно просто попробовать, чтобы стать наркоманом? Есть такая пословица или как saying, да, высказывание у наркоманов: один раз не наркоман. Я извиняюсь. Да. Друзья, кто хочет написать, просто поднимите руки, чтобы знали, кому дать. Хорошо? Окей, извините. Есть еще одна такая наживка: один раз не наркоман. Попробуй, в любое время бросишь. Я всегда говорю: однажды мы в жизни попробовали мороженое. До сих пор едим. Почему? Потому что нам понравилось. Однажды, в детстве. Но если от мороженого мы прибавим немножко лишних килограмм, то от этого мы уходим вон туда сразу же. Но принцип один и тот же. Когда первый раз пробуют, первый раз никому не нравится. Тошнит, необыкновенные какие-то плохие ощущения и так далее, и так далее. Но почему-то человек снова возвращается к той же самой мысли: попробовать еще раз. И второй раз он получает эйфорию. Я всегда говорю: слушай, мыльный порошок разбавь в воде, да, вот химию эту, вкали себе в кровь, введи себе в кровь, и ты получишь какие-то измененные состояния. Потому что это просто химия, потому что это определенное действие ядов в твоем теле. И назвать это кайфом, это нужно быть безумным. У нас давным-давно уже наши ребята в центрах, во всех центрах, они никогда уже не называют это кайфом. Они называют это так, как это и называется. Они называют это дерьмом, извиняюсь. Потому что на самом деле это оно и есть. Но когда ты приходишь к пониманию, что это уже не кайф, что это ловушка, и ты попался, слишком поздно. Поэтому вот эта замануха у молодых на гордыне, на глупости, на алчности, на наживе какого-то парня, да, хочу денег заработать любой ценой, она приводит к тому, что однажды ловушка захлопывается. А начинается все с первого употребления. Скажите, пожалуйста, насколько часто вы встречаете людей, которые стали наркоманами просто из-за того, что начали регулярно пить обезболивающие и антидепрессанты? Насколько это ведет к зависимости? Это наша больная тема. Значит, когда мы приводим наших ребят периодически в госпиталь, да, ну что-то случилось, там, ногу ударил там, или еще что-нибудь, там, палец порезал. Первое, что предлагают врачи, это опиоиды. Опиоидные обезболивающие. Мы сначала разговаривали с этими врачами спокойно. Говорим: стоп. Эти ребята проходят реабилитацию от опиоидов. Дайте нам не наркотические анальгетики, которые существуют. Мы не глупые, мы знаем, они существуют. Минут 10-15 нам приходится аргументировать с этими врачами, спорить. Они говорят: не-не-не, возьмите вот это, именно вот это. И они просто нам втюхивают их, понимаете, другого слова нет. В конце концов, у нас были случаи, мы швыряли эти prescriptions обратно врачу и говорим: вы сами употребляете, и вашим детям идите дайте, если вы такие умные. А этим дайте не наркотические анальгетики. И в конце концов, когда они увидели нашу жесткую позицию, они говорят: все, ребят, нет проблем. И они выписывали не наркотические анальгетики. И теперь уже, когда к нам, особенно в Миссури, уже привыкли, они говорят: но этим не надо предлагать, потому что у них агрессивная позиция, они сразу злыми становятся. Понимаете, да? Вот как надо противостоять злу агрессивно, то есть, ну, настойчиво, упорно. Не просто так: ну, может да, может нет, вот эта вот вся толерантность, знаете, преувеличенная в миллион раз. Мы говорим людям правду, мы не врем людям. Мы говорим все этим людям. Но это целая индустрия, фарм-индустрия, потому что подсадить... И меня удивляет, братья и сестры, меня удивляет глупость, особенно которая вот здесь, вот в Штатах, да, царит среди иммигрантов, среди местных, среди американцев. Все верят врачам, как будто это Бог сказал. Ну, нам же врач сказал. Я говорю: и что дальше? 80% этих врачей убийцы, если они втюхивают вам вот эти опиоиды. У нас
окей, давайте скажем, половина ребят, которые, ну, не половина, одна треть, которые пришли не из-за героина, из-за illegal drugs, а из-за prescription drugs, которые врачи прописали, и они им слепо верят, кивают головой. Я говорю, послушай меня, то, что это врач сказал, есть врачи в белых халатах, которые в концлагерях работали, уничтожая людей. Это тоже врачи, тоже с образованием. Почему вы свою голову-то не включаете? Говорю, о, мы не знали, мы не знали. Окей. Вот теперь ты здесь. Скажите, пожалуйста, нарко- и алкозависимость – это духовная проблема или это чисто физический недуг или зависимость? И можно ли медициной, теми же лекарствами вылечить человека или это только духовными методами? Корни этой проблемы, естественно, духовные, да, потому что они из центра ада идут. Это духовные вещи. Потому что это целая стратегия. Но инструмент исполнения – это физическое вещество, которое делает человека зависимым. После этого у человека, человек разрушается. Наркомания – это био, психо, социо, духовная проблема. Био, психо, душа, социо, духовная проблема. Четыре компонента этой проблемы. И если в реабилитационном центре не решают эту проблему по четырем этим компонентам, эти реабилитационные центры неэффективны. Потому что эту проблему, био-психо-социо, духовную проблему, нужно решать био-психо-социо духовными методами. Потому что некоторые думают... Но это духовная проблема, особенно в церквях есть такое распространенное заблуждение. Мы сейчас помолимся, все будет нормально, Господь все вытащит человека и так далее. У нас была дочь одного епископа из Кривого Рога, она была в Санкт-Петербурге, Кривой Рог, по-моему, или Кременчук, я не помню точно, один из этих городов. В поколениях и так далее, и так далее. За нее молились, она 18 лет употребляла наркотики, за нее стали молиться, как только обнаружили года через два. 16 лет, предположим, молились за нее, постились, там призывали церкви молиться, она становилась хуже, хуже, хуже и хуже. В конце концов, она уже прошла и тюрьмы, и все, и там передозировки были, она на волоске от смерти висела. Потом она попала к нам. Один из ее родственников, тоже пастор в Питере, значит, порекомендовал приехать к нам, она приехала к нам. Через полгода ее родственники посетили ее. Через полгода, потому что у нас разрешается через полгода уже посещение родственникам, раз в 3 месяца после этого. Так вот, ее родственник, пастор со своей женой, причем я этого пастора знал, ну как бы мы давно друг друга знали, но я не знал, что это его родственница. Смотрю, он по центру идет, я говорю, привет, ты какими судьбами? Он говорит, да у меня тут родственница здесь, двоюродная сестра или, в общем, какая-то, говорит, у вас. И вот он рассказал всю эту историю. Когда они увидели ее через полгода, они вот так вот глаза протирали, говорят, мы не верим своим глазам. Мы 18 лет молились за эту женщину, которая опускалась и превращалась просто в зомби, в бесов какого-то. Говорит, сейчас мы видим ангела. Я говорю, стоп, еще рано что-то говорить, еще всего лишь полгода, еще полтора впереди. Поэтому не надо ей говорить, что она ангел. Мы... Спокойнее, успокойтесь немножко. Не надо так быстро опережать события. Так вот, пожалуйста, вот эта био-психо-социо-духовная проблема не решалась только лишь духовными методами. Потому что это еще касалось физической зависимости тела, это еще касалось исковерканной души, это были плохие привычки, это был дурной характер, это были неправильные ценности и так далее. Это все касается души. Плюс у нее еще социальных проблем она обросла. Она была в тюрьмах, она была под наблюдением, она потеряла все свои документы и так далее, и так далее. И мы работаем, у нас офис работает постоянно над восстановлением вот этой вот разрушенной сферы человека также. Поэтому это намного более глубокая проблема, чем чаще всего люди ее понимают. Не из-за того, что они какие-то там, я не знаю, там глупые, нет. Ну просто, ну вы поймите, ну вот сейчас спроси меня что-нибудь про атомную энергетику. Я ничего не знаю. Просто я не знаю о ней. Я не учил ее, я не сталкивался с этим. Я хорошо знаю тот предмет, который я выучил в своих почках. Вот, но другого могу не знать. То же самое
люди, которые не сталкивались с этой проблемой, они просто не знают об этой проблеме. Поэтому я всегда говорю родителям или всем, кто попал в эту проблему, я говорю, не делайте эксперименты, пожалуйста, не теряйте время жизни вашего там, ребенка или вашу. Не делайте эксперименты, не надо идти к гаражной Любе и спрашивать, а как нам с наркотиками справиться, если гаражная Люба в гараже делает коронки для зубов там, кустарным методом, понимаете? Ну, надо идти к тем, которые, я образно говорю, но надо идти к тем, кто может вам помочь, профессионально, мне не нравится слово профессионально, но кто может вам действительно помочь, кто знает эту проблему от и до. Скажите, пожалуйста, насколько справедливо утверждение, что бывших наркоманов и алкоголиков не существует? Ну, оно вообще не справедливо. Оно справедливо в мире, потому что медицинскими методами излечения наркомании невозможно, невозможно, абсолютно. То есть, вы поймите, есть ли такая таблетка, которая может исцелить ложь? Нет таких таблеток. Есть такая таблетка, которая может исцелить лень? Таких таблеток нет медикаментозных. Ложь исцеляется только одним способом. Ты должен научиться говорить правду. Другого способа победить ложь не существует. Как победить лень, хроническую лень, которую приносит зависимость? Только трудом. Тяжелым трудом. Сверхнагрузками можно победить ту хроническую лень. Нет больше ни... Ты не можешь помолиться за ленивого человека, и он вдруг побежал на работу с утра. Такого не бывает. Это магия, это не христианство. Потому что Писание говорит, кто не работает, не ешь просто. От стола его отгоните, скажи, не работаешь. Вот. У нас были люди, которые, например, пришли с криминальным прошлым, все на понятиях, мы работать здесь не будем. Я говорю, нет проблем. Раньше мы как-то, пока еще опыта не набрались, мы такие, не будешь, значит, уезжай. И некоторые из них уезжали. А здесь мы изменили свою тактику, набрались немножко ума. Значит, и мы говорим, окей, ты можешь не работать, не проблема. Он говорит, о, отлично, я как в тюрьме, я там не работал, здесь не буду работать. Мы говорим, да, только на завтрак ты не приходишь. Он говорит, вообще нет проблем. Он не пришел на завтрак, подходит время обеда, он приходит на обед, мы говорим, ты не работал. Вот эти люди работали, мы все работали, мы кушаем. Ты нет. Окей, не проблема. К ужину этот мужик приходит и говорит, любую работу мне дайте, я буду делать. Любую. Вот туалет зубной щеткой чистить, я кушать хочу. Писание знает, как обращаться с такими людьми. Нам просто нужно следовать Писанию. Если Писание говорит, что если твой ребенок не послушен тебе, ты должен его наказать, потому что ты его любишь. А если мы вместо того, чтобы наказать ребенка, начинаем его облизывать и учить его вседозволенности и говорить, мы будем молиться, Господь его научит. Нет, Господь нам дал эту обязанность научить своих детей, что такое добро и что такое зло, что такое хорошо и что такое плохо. Это наша обязанность. Мы не можем сказать, Господи, ты мне это дал, но сам сделай это за меня. Это наша обязанность. Сергей, скажите, пожалуйста, уже поступили вопросы, спасибо, это сразу же я вам передаю, ого, их так много, окей, наверное, постепенно вам надо будет разбирать и почерк, да, все нормально, скажите, пожалуйста, вот практический совет родителям. По каким параметрам, как могут родители увидеть, что с сыном, с дочерью что-то началось не то происходить? Есть ли какие-то визуальные, психологические моменты, по которым можно определить, что начался плохой, ужасный процесс в жизни человека? Понятно, сын, дочь ничего не говорят, все классно, папа, все отлично. Но можно ли как-то родителям определить и вовремя отреагировать? Очень хороший вопрос. Значит, есть такое тоже saying, такое высказывание, тоже в нашей среде антинаркотической или наркотической. Значит, говорят так, что родители узнают последними. И это правильно, и это правда, к сожалению.
Родители, а я бы еще добавил, и церковь узнают последними. Почему? Потому что родителям свойственно закрывать глаза на своих детей, потому что это же мой ребенок. Он же самый лучший, понимаешь? Да я с ним ничего не может такого быть, потому что я же его воспитал, я. И поэтому родители вот по этой вот очень распространенной позиции узнают последними, к сожалению. Значит, как распознать или как увидеть, что что-то не так происходит с ребенком? Во-первых, мы все с вами сразу можем понять, что что-то тут не то, что-то изменилось в моем ребенке. Измененное состояние, измененный режим жизни вообще, ночная жизнь, днем спит, ночью наоборот, там сидит там в компьютере там, или еще где-то там в каких-то компаниях и так далее. Ложь, постепенно начинается воровство, начинают пропадать какие-то вещи и так далее, и так далее. Человек, если работал, прекращает работать рано или поздно, если он не работал, вообще никогда не будет работать. И самое главное, иждивенческая жизнь. Все, вот как паразит, как пиявка присосался, и все, ему нужен кто-то, кто будет питать его кровью. Ну, я, это образное сравнение. Но вы всегда увидите измененное состояние своего ребенка. Звонки непонятные. Говорит так, что вам непонятно. Шифруется, глотает окончание, они друг друга понимают, вы не понимаете. Ну, или там не до конца поймете. Какие-то секреты начались. Секреты, которые всегда вызывают подозрения. Какие-то друзья непонятные. Там нет слова друзей, друзья вообще. Этого понятия не существует. Это они так говорят. Но какие-то странные связи, какие-то странные звонки и так далее. Но вы однозначно увидите изменившееся состояние, если это происходит. Если не закрывать вот так вот сильно на это глаза, вот не зажмуривать со всей силы, не, это мой ребенок, не может такого быть. Не, надо держать глаза широко открытыми. Я думаю, что я последний вопрос задам, хотя у меня их больше намного. Я вижу, что очень много написало людей, поэтому я свои вопросы отставляю в сторону, чтобы ваши вопросы прозвучали, и вы смогли на них ответить. Последний мой вопрос в отношении церкви. Так как мы сегодня много говорили о том, что много зависимых именно из семей верующих родителей, что бы вы посоветовали практически людям, нам, вот церкви, нашей церкви, любой другой церкви, что мы можем сделать, чтобы такого явления, как мы о чем говорим, было поменьше? Лучше бы его вообще не было. Да. Значит, я вам скажу следующее. Мы все с вами говорим, Библия – честная книга. Она вещи называет своими именами. Бог честный, Он не обманывает нас. И есть острые очень вещи в Библии, которые режут слух, режут наше воображение и так далее. Наша проблема в том, что мы вот делаем все вот таким круглым, как этот стол. Мы из-за какого-то непонятного представления, искусственно придуманного о образе христианина, что он должен быть мягкий и пушистый для всех, понимаете? Мы сглаживаем вот эти вот острые углы, которые Библия, видите, квадратная книга, вот здесь вот острые углы, да? А мы вот эти углы делаем вот такими круглыми. Мы боимся говорить, мы стесняемся говорить, нам неудобно, братья и сестры обидятся. Эй, люди умирают, они могут потенциально умереть от этого. Есть болезни, о которых нельзя молчать. Есть вещи, о которых нельзя молчать, о них надо говорить, неважно, как на это среагируют люди. Честно, мне все равно, какая реакция будет у вас на меня после вот сегодняшнего разговора. Абсолютно. Я вам сказал то, что я должен был сказать. Вот и все. И это моя обязанность. Если я это не сделаю, это грех против... Это, если разумеешь делать добро и не делаешь, все, грех тебе. Если я должен сказать, если я должен предупредить, я должен предупредить это всеми возможными словами, с моим словарным запасом. Может быть, он у меня недостаточно хорош, но я должен сделать все, чтобы вас предупредить. То же самое должна быть позиция церкви. Как еще раз говорю, церковь говорит, вот конфеты спрятали, значит, дети не нашли. Поэтому не будем говорить про наркотики. И знаете, что в этой церкви произошло? Это в Чикаго было много лет назад. Молодежь встала и говорит, нет, пастор, мы хотим смотреть это видео, которое они привезли. У нас тогда еще вот эти подвалы были на вот этих квадратных еще этих кассетах, знаете. И молодежь встала и пастора упрекнула и говорит, пастор, мы хотим это видеть. Потом церковь разделилась, мы такими явились источником разделения на том собрали.
Старшее поколение говорит, не будем показывать. Молодежь говорит, мы будем смотреть. Пастор принял компромиссное решение. Говорит, давайте так, после служения, все, кто не хотят смотреть, не хотят смотреть, взрослое поколение, вы уходите, а молодежь остается, и мы смотрим. Мудро. Значит, старшие ушли, некоторые из них вернулись потом. Значит, но молодежь вот так вот расселась на полу и смотрели это видео, плакали, смотрели, охали, ахали. Это было шокирующее видео для них. Но в конце они, когда мы общались потом с ними на паркинге, они говорят, вы встряхнули нам мозги, нам предлагали уже и не раз, и мы уже, некоторые сказали, мы уже были близки к тому, чтобы сказать да, чтобы согласиться с тем, чтобы попробовать. Так вот, это шокотерапия, когда, знаете, когда врачи вот этим шокотерапию делают, на них почему-то никто не обижается. Потому что они спасают жизни. Хорошо. Как я сказал, я оставляю свои вопросы. Переходим к вашим вопросам. Дети старшие присели на пиво, что делать? Это начало проблемы. Что делать? Еще раз говорю, нету никакой волшебной палочки. Нет вот этой вот magic wand такой, знаете, вот махнул, и все, и вот, вдруг дети стали ангелами. Это длительный процесс, который их привел к этой ситуации. Что будет дальше, если они продолжат, все будет хуже и хуже и хуже. У нас есть парень, который выпивал, лошадь не может столько выпить. Он выпивал, наверное, галлонов, 3-5 галлонов пива каждый день. Я говорю, лошадь уже сдохла бы просто, если бы она столько вот выпила бы пива, она бы сдохла, или слон сдох бы. Этот пьет, понимаете, я уже говорю, в чем смысл-то вот этого всего? Ну, когда пьют тяжелые напитки, да, они пьянеют, они дуреют там и так далее. Я говорю, а здесь ты пьешь и пьешь, пьешь и пьешь, пухнешь и пухнешь, у тебя печень уже умоляет тебя, ну, хватит уже, хватит, сейчас я уже откажусь с тобой взаимодействовать, понимаешь, и так далее. Но это вот здесь, это зависимость, которая вот здесь. И знаете, что он говорит? А я же не наркоман, а я же не пьяница, я просто пиво пью. Но у него разрушенная семья, жена уже не может с ним жить, дети отказываются с ним жить, он ведет себя непотребно и так далее, и так далее. Он превратился из верующего человека, когда-то был верующим человеком, просто, ну, я не знаю, в какой-то отброс какой-то, который уже даже семья не может нести. И в итоге приехал к нам, и только здесь мы начинаем говорить ему о том, что, абсолютно неважно, из чего ты себя застрелишь, там, из пуля 22-й калибр мелкашка, да, или там 50-й калибр, понимаешь. Результат один и тот же будет, рано или поздно. Поэтому что делать? Если у них есть желание со мной пообщаться, дайте мой телефон, я с ними пообщаюсь. Это то, что могу сказать на данный момент. А так, если что, подойдите, может быть, есть какие-то нюансы еще, это нужно. Мы каждую ситуацию ведем индивидуально. Нельзя дать один совет и вот всем вам, понимаете? Он может быть в общем для всех, но в любом случае каждая ситуация, она индивидуальна. Поэтому если вы захотите поговорить, нет проблем, звоните мне в любое время. Сергей, так как у нас время ограничено, мы уже уверенно пошли за наши покороче. Рамки. Да, я просил бы вас покороче, потому что много вопросов, и желательно, чтобы вы их, на них ответили. Расскажите самый опасный случай в вашей жизни. О, какой из? Вот это займет время. Это займет время. Я просто не буду сейчас. Были случаи, Бог сверхъестественно меня защищал. Реальный случай. На меня бандиты напали. Значит, хотели мою семью увезти в лес, закопать, всех убить там и так далее, и так далее. Два брата, боксера, а я в тюремном служении, я с ними разговариваю вот так вот. И я когда вот так вот сделал, вот, он просто здоровый парень со всей силы ударил меня в поддых. Значит, и было такое ощущение, что это была вата. Его рука вот так вот провалилась обратно, и я ему говорю, больше не поднимай руку на служителя Божьего. Ты понял меня? Их заколошматило вот так вот, потому что я должен был упасть и долго-долго там отходить. Но его рука вошла в вату. И после этого, ну там, была долгая история с этими двумя братьями и так далее. Если сможешь, прочитай, потому что я не разберу сейчас.
Так, скажите, пожалуйста, что мы, как родители, можем сделать, дабы предотвратить даже попытки попробовать наркотики своим детям? Будьте честными со своими детьми, рассказывайте им честно об этой опасности. Не знаете, изучите этот предмет, но уже вот с этого возраста, вот как вот дети здесь стояли, уже вот с этого возраста нужно им вкладывать в разум не страусиную политику, что мы будем молиться, и у тебя будет все хорошо, и потом они вырастают с таким представлением. Нет, тебя поджидают много опасностей, и самое опасное — это вот это. Изучите, покажите. Мы показываем эти видео. У нас в одной школе, где мы показывали, старшеклассники, девочка и мальчик, сознание потеряли. Знаете, что учителя сделали? Они не остановили показ. Они им принесли нашатырный спирт, потом вот так вот по щекам посадили и говорят: смотрите дальше. Хорошие учителя, молодцы. Но это в Санкт-Петербурге. Я прочитаю то, что... В Америке нас вообще не пустили бы. Я прочитаю то, что вы не смогли увидеть без очков. Какие конкретные методы вы используете в четырех плоскостях реабилитации человека? Это вкратце. Вкратце это точно не объяснить. Это, еще раз говорю, если тот, кто написал этот вопрос, позвоните мне, или мы встретимся, и я подробно объясню. Это на самом деле развернутая тема. Интересно ваше мнение по вопросу умеренного употребления алкоголя, например, пива один раз в неделю в баке или на выходных, в обед. И... Вот смотрите. Это тоже большая тема. Вот все темы большие. Я скажу вам следующее. В Писании нет ни одного запрета на употребление алкоголя. Меня пастора иногда распять хотят за такое утверждение. Но я еще раз утверждаю. Ни одного запрета в Библии на алкоголь, на употребление алкоголя нет. Если найдете, позвоните мне. Но, большое но, дальше, если я когда говорю это, молодежь такая: опа, классно, ни одного... Но в Библии есть столько предупреждений о том, что если ты будешь это делать, что, какие ужасные, катастрофические последствия в твоей жизни могут быть, вся жизнь будет разрушена, если ты поднимаешь на флаг, что в Библии нет ни одного запрета, и игнорируешь все предупреждения, извиняюсь, ты идиот. Любой человек идиот, если будет все эти красные флаги закрывать на них глаза и говорить: о, нет уже ничего. Ну, тогда так тебе и надо. Какие prescription medicine не стоит употреблять, чтобы не впасть в зависимость? Многие не знают и верят врачам. Не верьте врачам. Не верьте врачам. Не потому, что они плохие. Просто не верьте. Включайте критическое мышление. Любые медикаменты, кодеиносодержащие или опиоиды, это вызывают зависимость. Любые. Загуглите любое название. Занекс, Шманекс, там и там еще как Анекс, там, я не знаю, там. Загуглите, и вам выдадут, и там будет написано опиоиды, состав. Понимаете, да? Посмотрите на состав. Если есть кодеин, если есть опиоиды, все, запрещено к употреблению. Даже однажды, даже один раз не нужно это делать. Потому что есть ненаркотические заменители этих лекарств. Что бы церковь могла сделать со своей стороны в плане богословия, какие истины могли бы профилактировать эту проблему вместо ее табуирования? Еще раз, будьте квадратными, не будьте круглыми, говорите правду. Правда, правда и ничего, кроме правды. И не нужно, еще раз говорю, огибать острые углы, не нужно деликатничать, говорите правду. Это поможет. Лучше горькая правда, чем... Можно ли подмешать наркотики в еду незаметно, и какие последствия, как молодому парню и девушке заметить проблему наркозависимости в друзьях? Смотрите, значит, подмешать не наркотики могут, а могут помешать те препараты, из-за которых вы можете потерять сознание. Этим пользуются мошенники или мошенницы, да? Значит, подмешали тебе клофелин там куда-нибудь там в бокал вина там или еще что-нибудь, человек потерял сознание, его ограбили, и все, это одноразовое явление. Значит, подмешать наркотики в еду, ни разу не встречали такой вещи. Ни разу мы не встречали, чтобы кто-то кого-то подсадил. Говорит: о, моего ребенка подсадили. Никто вашего ребенка не подсаживал. Он сам согласился, пошел на компромисс и сам дал
протянул свою руку. Или там еще что-нибудь. Никто никого никогда не подсаживал. Если это только не сексуальное рабство. Сексуальное рабство, да. Если ты в неволе, если ты в плену, с тобой могут делать все, что угодно, и не только это. Поэтому берегите своих малолетних и мальчиков, и девочек от этого. Потому что если детей похищают, однозначно их, вот в этом случае насильно делают наркоманами. Как молодому парню или девушке заметить проблему наркозависимости в друзьях? Если любой друг, так называемый, предлагает молодой человек, я сейчас к молодежи обращаюсь, если вам предлагают что-то из того, о чем мы сейчас говорим, вы не должны кокетничать. Вы должны понимать, что перед тобой стоит убийца. И неважно, как он тебя хочет убить, из пистолета, ножом зарезать, или медленно в течение долгого времени, измучив тебя, разрушив твою семью, это убийца. Тот, кто предлагает тебе наркотики, это твой убийца. Хочешь с ним, как говорится, кокетничать? Окей, нет проблем, он тебя убьет. Значит, с убийцей как нужно поступать? Нужно активно сопротивляться. Другого выхода нет. Если наркозависимый категорически не желает освобождения, какие варианты есть для него? Варианты же должны быть. Да, они есть. Нужно прекратить заниматься спонсорством этого человека полностью. Но я же мама, но я же папа. Именно маме и папе это обращено. Прекратите спонсировать добровольное безумие, сумасшествие вашего собственного ребенка. Предоставляя ему деньги, жилье, еду и все остальное. И создавая для него иллюзию, что у него проблемы нет. Многим родителям я говорю, если бы у меня были бы такие родители, как вы, а я наркоман, я бы никогда не бросил бы наркотики. Потому что, ну куда мне бросать наркотики с такой хорошей мамой и с таким хорошим папой? Я вырабатываю проблемы, они на себе тащат, деньги платят за меня, лечат меня, из тюрьмы выкупают. Ну зачем мне бросать наркотики? Как можно в церкви заниматься профилактикой алко-наркозависимости? Мы прямо сейчас в церкви занимаемся профилактикой алко-наркозависимости. И таких собраний должно быть немного, но достаточно для того, чтобы это дошло до тех, до кого должно дойти. Поэтому слава Богу, что ваша церковь открыта вот для такой вот беседы. Да? Многие ведь не хотят этого. Многие, еще раз говорю, в нашей церкви проблем нет. Мне на 2 недели назад позвонила одна сестра с восточного побережья. Она была здесь, она переехала в Каролайну. Она позвонила, сказала мне, позвонили и сказали, что 2 парня передознулись и похороны у 2 казан и еще кто-то там ее. Через 2 дня один передознулся и второй в церкви. Похороны, вот не могу поехать там и так далее. И мне периодически звонят отсюда разные люди, знакомые, незнакомые, передознулся. Процентов наркоманов, детей верующих христиан, а как дети других верующих, мусульман, иудеев, в чем разница, почему именно христиане? Смотрите, у нас однажды к нам в центр в Миссури приехали один ортодоксальный еврей из Нью-Йорка. Значит, с пейсами, со всеми этими кисточками, все при всем, наркоман. И один мусульманин приехал с ковриком. 5 раз в день должен молиться. Значит, я их вызвал обоих и объяснил им популярным языком, который они поняли сразу. Я еврея спросил, говорю, если ты придешь в синагогу и спросишь своего раввина, что ты скажешь, что ты колешь, что он там будет, да убьет меня там же, я говорю. То есть иудаизм не поощряет, и более того, да, он абсолютно против употребления наркотиков, да. Значит, ты не иудей, ты просто наркоман. Успокойся. Муслима спрашиваю, говорю, твой мулла, ты пойдешь к нему в мечеть, скажешь, я употребляю наркотики, что здесь, да убьет меня там же на месте. Я говорю, и ты не мусульманин. Поэтому выбросьте свои пейсы, выбрасывайте свои эти, ну не выбрасывайте, отложите в сторону. Значит, вы просто наркоманы, ребята, у вас другая религия, сатанинская. Вы отдали свою душу дьяволу через наркотики.
Поэтому забудь, что ты мусульманин, забудь, что ты значит, ортодокс и так далее. Это касается всех. Это не только христиане. Всех. Богатых, бедных. Белых, черных. Мусульман, буддистов. Вы же понимаете, все это условные единицы. Это все условное определение. Я мусульманин. Или там, я христианин. Проблема еще. Проблема ДВРовцев. Проблема верующих детей. В том, что они родились в христианских семьях, но они не родились свыше. Мы думаем с вами, как добрые родители, которые добрее Бога, что нам покаяние нужно было и рождение нужно было свыше, а нашим детям не надо. Просто они родились в церкви, они родились в христианской культуре, в христианском сообществе, взяли имидж этого, взяли слова этого, взяли образ мышления этого, но это не имеет силы, если ты не рожден свыше. Поэтому нашим детям нужно говорить о том, что закон греха и смерти действует в них, и что им однажды нужно будет покаяться в своих собственных грехах. И не думать, что вот наши дети, они закон греха и смерти как-то обойдут. Мы вот вымолим их у Бога, и вот этот закон греха и смерти в нас действует, а в них не будет действовать. Обольщение. Оно будет действовать в наших детях. И дьявол будет бить наших детей, он будет мстить нам за то, что мы посвятили своей жизни Богу. Поэтому мы должны их во всеоружии всячески подготовить к этой будущей битве в их жизни. Друзья, хочу вас ободрить, что мы подходим к концу. И у нас будет вкусные бутерброды, точнее хот-доги, будет чай, кофе, сладости. Все это будет, оно никуда не пропало, оно вас ждет. Но я просто не хочу прекратить наше общение, потому что я вижу, что есть вопросы, и раз их записали и передали, значит, эти вопросы волнуют людей. Поэтому я понимаю, что мы перебираем время, но извините, если что, вы будете обвинять меня, я буду стрелки переводить на Владимира Ивановича. Не-не-не, на меня. Мне не привыкать. Будем друг к другу. Слушай, я не увидел ни одного человека, который вышел бы из зала. Слава Богу. Все, тогда продолжаем. Тема актуальна. Ребенок зависим от игр в компьютер. Как объяснить, достучаться, что игры до добра не доведут? Это разрушает его жизнь. Мы сделали очень просто. Мы отобрали у своих детей все компьютеры, все девайсы, все телефоны. И они их получили только лет в 16, после того, как закончили школу. Они могли использовать, это я говорю в центре, про детей, служителей центра. Значит, просто отобрали и все. Никаких, бескомпромиссно. И причем, знаете что, они даже не пикнули. Ну, там двое там их немножко подергало, поломало без этого. Но потом они переломались со всеми, кто в программе, значит, и все, и нормально абсолютно жили. У моей дочери, ей 12 лет, у нее нет телефона, у нее ничего. Если надо учить уроки, мама открывает компьютер, она выучила свои уроки, компьютер закрыли, досвидос. И я вам скажу, у нее нет ни одного телефона, но ее пальчики бегают, когда она мамин телефон берет. Так что не видно даже пальцев. Это поколение другое. Они не волнуйтесь, они научатся. Но интернет – это очень опасная вещь. Потому что только родители могут определить для своего ребенка, что есть добро, что есть зло. Еще раз говорю. Что такое хорошо и что такое плохо. Если мы не научим, интернет научит. Самая плохая зависимость церковных людей, верующих людей – порнозависимость. Все те, которые к нам попадали с порнозависимостью, у нас в прошлом году, даже два последних года, наплыв идет таких людей. Значит, это отдельная категория зависимости. Я вам скажу, наркоманы – это дети невинные по сравнению с порнозависимыми людьми. Порнозависимость делает человека монстром, бездушным, бессердечным, безжалостным. Ребенок рядом умирать будет, он мимо пройдет, даже ничего не шелохнется. Такое ощущение, как будто из него вот вакуумом вытащили эту душу, и он как там черная дыра в этом человеке. Я говорю про верующих людей, которые, и причем ввели в заблуждение семью. «О, у меня там болезнь какая-то там туда-сюда, я не могу ничего делать, у меня депрессия». Депрессия бывает только у бездельников. Вот и все. Если кто-то говорит, у меня депрессия, ты бездельник. Иди и начинай делать что-то хотя бы для себя, а лучше для Господа. И вся депрессия улетучится. Значит, мы не верим вообще в слово депрессия, потому что это выдуманное понятие. И оно, кстати, легко решается. И дальше церковь молится за человека годами. 20 лет человек смотрел порнуху,
значит, вы понимаете, да, раньше были одни способы, как это все смотреть, потом это все изменилось, сначала были журналы, там туда-сюда, сейчас просто компьютер. Значит, все, там семья рушится, там уже с ним никто не хочет дело иметь, и все скрывают это. И когда его привезли к нам, нам не сказали об этом вообще, просто скрыли. Верующие скрывают грех, вот это зло, прячут под ковер и думают, что это само по себе рассосется. Это мы вычислили путем глубокого бурения, в чем проблема у человека. Мы сначала понять не могли. Насколько черствое, злое, безжалостное, эгоистическое сердце у человека, просто шок. И даже наркоманы, и то более человечные, алкоголики более человечны, чем вот этот вот порнозависимый человек и так далее. Это бич. И поэтому, еще раз говорю, хотите уберечь, принимайте радикальные меры. Вот и все. Это все в ваших руках. И никакого либерализма, которому вас будут в школе, там, о, ты не можешь ребенка своего, там, это твой ребенок, и ты за него отвечаешь, а не кто-то. Не учитель в школе, и не штат Калифорнии, не губернатор Калифорнии отвечает. Это мы отвечаем за наших детей. Есть ли в вашей группе как миссионер, медицинский работник? Да, есть. Медицинский работник, который внутри центра решает элементарные, простые медицинские вопросы. Если это решаемые вопросы, мы их решаем. Если нет, мы обращаемся в госпиталь. Профессиональных врачей у нас нет. У нас просто есть человек, который отвечает за медицинскую сферу. Девочке 16 лет, начала курить. Скандалы, уговоры не дают результаты. Сначала пряталась, теперь курит. На выходе из комнаты, чего ждать дальше, как бороться? Уже был вопрос о пиве, то же самое, вот эти вейпы все и так далее, и так далее. Все, это начинается с этого. Значит, самый сильный наркотик, который является стартовым наркотиком и от которого тяжелее всего освободиться, это не наркотики, это не алкоголь, это табак. Сигарета прокладывает путь, это стартовый наркотик, который прокладывает путь всем другим тяжелым наркотикам. Никто не начал сразу пить, никто не начал сразу колоться. Все начали с сигареты. Сигарета убедила человека в том, что и дальше можно продолжать. И когда к нам приезжают героиновые наркоманы или еще какие-то амфетаминовые наркоманы, они легче бросают наркотики, чем сигареты. Вот сигарета – проблема. Я вам скажу, мы раньше исключали, у нас одно из правил, запрещено курить, мы раньше исключали. А потом я провел один эксперимент много лет назад в Питере. Я говорю, окей, нет проблем. Он, курить хочу, не могу, вот прямо как воздухом. Вот ты дышишь, вот мне так уже вот никотина не хватает. Я говорю, нет проблем. Мы берем пачку сигарет, ну, из конфискованных. Я говорю, пошли, пошли курить. Пошли с ним за этот, там, на мостик сели. И он начал курить. Я говорю, ну, одно условие. Ты куришь одна за другой 20 сигарет. Он говорит, да хоть 30, все скурю. Начал курить. Пятая сигарета, он говорит, может, хватит? Я говорю, не-не-не, еще 15. Седьмая, он начал уже немножко зеленеть. 12-15 сигарета, его начало уже тошнить. Там еще какая-то там 20 сигарета. Он блевал, как, извиняюсь за выражение, не церковное, он блевал, как этот, как последний, понимаете, его выворачивало и так, и кричал, ненавижу сигареты, ненавижу сигареты. Я говорю, ну все, нормально, накурился. После этого, когда ему говорили просто слово сигарета, он его снова выворачивало. Понимаете, вот стоит один раз, да, этот вот ребенку, не трогай утюг, не трогай утюг. Некоторые родители просто берут вот так, чик, легонечко, на, тронь. А, понимаешь, и никогда трогать не будет. Я не говорю это практиковать. Я просто говорю, что некоторые так делали. Back in USSR. Так, имеет ли значение возраст, когда ребенок попробовал опиоиды? Не имеет значения возраст вообще. У нас была женщина, которая начала употреблять в 56 лет. Первый раз попробовала наркотики. В 58 лет она уже через 2 года, ее дети привезли к нам, скинули и сказали, все, до конца жизни у вас. Я говорю, зачем ты начала пробовать в 56 лет наркотики? Она говорит, да все так хорошо было, что вот хотелось что-то еще попробовать. Отвечает ли он за свои действия, если мозг не был сформирован для принятия решений? Смотрите, мозг формируется для принятия решений,
Это моя шкала для моих детей, для детей в центре. До 5 лет это ребенок. Никакого спроса, это мамин ребенок. Все, вот это мамин. После 5 лет воспитанием этого ребенка должен... Это уже не ребенок. Это уже подросток. С 5 до 10 лет. Это ребенок, который должен уже научиться какой-то элементарной ответственности. Ему нужно учить. Ему нужно навязывать. Ему нужно создать такой environment, где у него будет какая-то ответственность. Наши все 6-летние дети, 5 лет прошло, начинают делать какую-то работу. В игровой форме. Мы говорим, пошли с нами, давайте вот это отнесите туда, вот эти вот принесите туда, там бросьте это и так далее. Они начинают что-то делать. Потом они забывают, потом мы их отпускаем, они пошли играть, потом снова, маленькими порциями. До 10 лет мы прививаем им какую-то ответственность. С 10 лет, 10 плюс, это уже юноша или девушка. С 10 до 15 лет. Со всей взрослой ответственностью. Я не хочу говорить, моя дочь, мне не нравится это. Но моя дочь, она в 7 лет, в 8 лет, жена говорила, так, ну-ка сделай папе яичницу, там сосиски, там то-то. Говорила, и она это делала, она уже умела это делать. Сейчас она в 12 лет помогает абсолютно как взрослый человек. Когда мамочка начинает беспокоиться, что дочь устала, дочь говорит, мама, Я не маленькая, не надо мне это, иди отдохни, я со всеми, я как все, как взрослая. Если мы преуменьшаем возраст нашего ребенка, мы его spoiled делаем, мы его портим. Может ли человек полностью быть свободен от наркотиков, если раньше был зависим? Может. С Божьей помощью, если он честный, если он хочет освободиться, если он попадет в такой центр, в котором заинтересованы не в его деньгах, а в нем самом. Потому что наш центр бесплатный был, есть и будет. Мы заинтересованы не в деньгах. Мы эти деньги заработаем тяжелым нашим трудом. Вот наши приезжают, спасибо, что вы их пускаете. И вот эти вот то, что вот мы продаем, это все фандрайзинг, чтобы служение двигалось вперед. Мы тратим на каждого из наркозависимых от полутора до $2000 в месяц. На каждого из них. И мы эти все деньги зарабатываем сами. Поэтому, еще раз говорю, огромная благодарность тем церквям, которые нас пускают. Некоторые церкви нам говорят, вон туда, 10 майлов отъедьте и там торгуйте. Нас это не волнует, к сожалению. У нас бабушка, за которой мы ухаживаем без трамадола, не может. Каждый appointment с врачом она обязана заказать трамадол. Трамадол плохой наркотик, плохое лекарство. У нас есть трамал, трамадол, это препараты одной группы. У нас есть были трамальные наркоманы, которые на трамале сидели. Просто брали prescription, брали трамал, и им ничего было не нужно. У них были сильнейшие ломки и так далее. Но, еще раз говорю, если это онкология, если это морфин, который нужно давать людям, чтобы просто они обречены. Морфин, который просто облегчит их боль, оправдано. Во всех остальных случаях, ребята, не оправдано. Потому что если можно, еще раз говорю, трамадол можно заменить другим сильным анальгетиком. Не наркотическим. Поэтому попробуйте, посмотрите, поизучайте этот вопрос. И если возможно заменить, лучше замените. Потому что трамадол изменяет состояние. Моей матери дали трамадол, и у нее начались галлюцинации. Я просто запретил это делать. Последняя записка мне, оказывается, адресована. Я хочу просто вас попросить, чтобы вы прорекламировали этот флаер и объяснили, как им можно воспользоваться, как можно к вам добраться, как на вас выйти и так дальше. Я расскажу об этом. Я расскажу о реальный случай об одной женщине, и вы все поймете. Даже объяснять ничего не надо будет. У нас были такие флаеры, и все наши мамы бывших наркозависимых, то есть и так далее, там мы по церквям раздавали. Одна женщина
Взяла вот такой флаер, таскала всегда с собой флаеры, и в одном автобусе или троллейбусе в Питере увидела одного наркомана, который вот так вот приседал, там аэробику делал, значит, гимнастику, но они приседают, когда они под этим, мы называем это гимнастикой такой. Значит, и она ему говорит, слышь, говорит, ты употребляешь, да вы что, я никогда, да я просто устал, я с ночной смены и так далее. Она ему сунула в карман, говорит, пускай будет там, может, когда-нибудь пригодится. Через 2 года этот парень прошел через несколько передозировок, и он был в полиции, он был где только не был. Через 2 года он вытащил из кармана затертый кусок этого флаера, и там был только один телефон мой, больше ничего не было. Он позвонил по этому телефону, он приехал в центр, он закончил реабилитацию, он уверовал, он остался служить в центре, лет 15, наверное, служил, женился, дети и так далее, и потом уехал на миссию в другое это. Вот это добрый самарян, добрая самарянка, которая просто-напросто взяла вот такой кусочек бумаги и засунула ему в карман насильно. Вот такие флайерсы, друзья, вы можете взять при выходе, вы увидите, вроде бы не с левой стороны, да? Вы сможете взять, сколько вам нужно. И если вы знаете какого-то человека, которому необходима эта информация, возьмите, передайте. Наше интервью, так сказать, общение закончилось. Я очень благодарен всем тем, кто мужественно сидел, никуда не вставал. Спасибо за все ваши вопросы. Спасибо вам за ваши ответы. Я уверен, что много вопросов, наверное, еще осталось внутри у вас. Но я хочу сказать, что вот когда мы помолимся сейчас, закончим, и мы пойдем брать хот-доги и все остальное, вы можете в частном порядке, я думаю, вы не против, да, подойти к Сергею и, может быть, задать этот вопрос личный, может быть, даже о своем ребенке, может быть, даже о себе. Пожалуйста, пока он есть среди нас, у вас есть эта возможность. Я единственное, что извиняюсь, здесь вот второй телефон, это мой телефон, здесь неправильно написали area code 775, а у меня 417, это миссурийский код, и вот второй телефон неправильный area code. Первый правильный телефон, это наш офисный телефон. Второй телефон, просто запомните, а как их раздавать-то, если там неправильно этот. Если вы можете вот так вот просто ручкой зачеркнуть и переправить, сделайте это, и тогда можно раздавать. Но вот так вот раздавать, то есть только по первому телефону. Окей, скажите вот сейчас в голос, на видео, правильный телефон. 417. Да, 4. Окей, если можете сразу же написать, напишите. 417-254-3007. Окей, друзья, мы будем заканчивать. И последнее, что я хочу сказать. В Библии написаны одни очень прекрасные слова. Я хочу их зачитать. Иоанна, 8 глава, 32 стих. «И познаете истину, и истина сделает вас свободными». Мы здесь, в церкви, стараемся проповедовать истину. Истина – это Слово Божье. Вот да, вот такая квадратная форма, не круглая, не мягкая. Оно иногда очень жесткое слово, обоюдоострый меч. Но вот эта истина реально может изменить нашу жизнь, когда все очень плохо. Мы просим вас, читайте Слово Божье. Приходите в церковь, слушайте истину, потому что только она имеет в себе силу менять. И если у вас есть нужда, если у вас есть проблемы, не прячьте их, выносите их на свет. Ищите таких людей, как Сергей и другие, ищите выход. И как в Библии написано, кто ищет, тот найдет. Бог всегда рядом, Он хочет помочь, Он может помочь. Поэтому ищите и найдете. Я вас приглашаю к молитве. И, Сергей, я вас хочу попросить, чтобы вы закончили наше общение молитвой. Я хочу поблагодарить всех вас. Вы очень такие внимательные слушатели были. По вашим глазам видно, что вы осознанно все это питали. Этот месседж, это понимание, этот разговор пусть не останется здесь. Вы несите его в себе, культивируйте его в себе, ищите еще какие-то моменты, которые вы еще не знаете, изучайте их и будьте борцами за души человеческие, как мы и призваны, ловцами души человеческих, борцами за души человеческие, и будьте теми вот посланниками Божьими, которые будут нести вот эту вот
простую вот эту весть о том, что у этих людей, которые обречены на убиение, у них есть шанс. И Господь этот шанс нам еще, шанс указал еще 3000 лет назад. Давайте помолимся. Дорогой Господь, мы благодарим Тебя за это чудесное время, и мы верим, что Твое присутствие здесь, Господь. Мы благодарим Тебя за то, что каждый из этих людей – это призванный Тобой, спасенный, омытый кровью Твоей, Господь, Твое дитя, Твой служитель, Твой миссионер, Господь. Тот, кто будет нести благую весть, Господи, для всех и для этой категории людей особенно. Господи, благослови эту церковь, благослови руководство церкви, благослови каждого брата и сестру, благослови особенно всех детей, Господь, для того, чтобы они выросли и были не жертвами, но победителями в Тебе, Господь. И да прославится во всем Твое святое имя. Аминь. Аминь. Все, друзья. Проходите, пожалуйста, туда в коридор, там будет еда, напитки, и можете подходить к Сергею лично, задать свои вопросы.